был замечательный, я вспомнил. Надо замечательно, вот говорим об ушедших, был замечательный, трогательный человек и очень хороший артист Даня Каданов. Он действительно был, но все время как-то вторые составы, когда вот тупик или вводы, все, Даня. Он панически любил и панически боялся Плучика. Наконец, прошел слух, что будут ставить Баню. И говорил: Даня, там есть вот этот Бельвендонский, который, да, это же твоя роль, пойди. Я просить не могу, пойди, ну это точно, просто он забыть может, точно. Еще нет распределения. Его просто донесли до четвертого этажа и втолкнули к Плучику. Говорит: что, Данечка? Сергей Николаевич, вот вы, я знаю, сейчас начинаете работать над Баней, там есть вот эта роль, я и прочел, я так увлекся, если какая-то есть возможность, если вдруг, не дай бог, вы захотите, я нет, я понимаю, это ваше видение. Говорит: Данечка, знаешь, какая история? Я вот тебе мыслю, что это такой еврейчик, который вот подхалим, который все время что-то такое со всех сторон заходит, вот такой, да, пластический такой рисунок, что-то, понимаешь, что-то, говорит, да, все понял. Вышел и сказал бледный: но то, что я для него не артист, я знал давно. Но что я для него уже и не еврей...